А нас позвали поиграться в стрельбе из танков по мишеням. И я пошел, простите, братцы, мне б надо надавать по шее. Ведь мы с тобою то сумели, чего на свете не бывает. 34-ка в самом деле пантеру в лоб не пробивает. 34-ка в самом деле пантеру в лоб не пробивает. Он, гад, ведь мог, имел же право кричать нам голосом победным. Но на войне рябой шалаве быть слишком точным тоже вредно. Он ударение пораставил болванкой бьющей на скаку. И нам с тобою жить оставил всего 11 секунд. И нам с тобою жить оставил всего 11 секунд. Мы занялись любимым делом, встав утром с правильной ноги. Он выбрал место за прицелом, а я залез за рычаги. Кто выживет, тот будет правым. Свобода, просто хохочи. И началась у нас забава. Он лупит в лоб, а мы молчим. А надо мной, смеясь, летает в танкистском шлеме Святый Дух. А мне стрелок-радист считает, да до 11 вслух. А я забыл, что нужно выжить, давлю руками рычаги. А я все ближе, блин, все ближе, давай, Господь, мне помоги. И вот не выдержали гады, нервяк фашиста прорубил. И в тыл к себе полезли задом, чтоб уползти в свой ближний тыл. И хоть не пьяный был водила, фашисты за рулем ни-ни. Кормою в яму угодили, и встали на дыбы они. А мы-то ехали, молчали, чтоб пыл не тратить боевой. И лбами о прицел стучали с забитым бронебойным ствол. Его рябой Колян, наводчик, момент красиво подловил. И через полсекунды точно на спуск ногою надавил. И заиграл на радость глазу пиротехнический эффект, поскольку в той пантере сразу взорвался весь боекомплект. И мне строгач комбриг Денисов влупил за эти чудеса. Но в наградной ближайший список наш славный экипаж вписал. Ну вот и все, простите, братцы, что слишком долг был рассказ. Но я надеюсь, без оваций он интересен был для вас. Ладони стер, красивый выстрел, такой вот необычный бой. Давай, братишка, за танкистов, что круче техники любой. Налей, братишка, за танкистов, что круче техники любой. Что круче техники любой.